Ну вот он наш Hyundai Accent. Тут все попроще, как говорится, в разборе будет, надеюсь. Почему? Потому что тут заморочек, по идее, меньше будет. Вот, сейчас убираем потихоньку тут то микрофончики, то еще чего-то. Это походу hands-free. Вот, и потихоньку будем разбирать. Вот всю эту красоту. Потолок тут такой жестко-мягкий. Вот. Вполне хороший. Здесь крепление на саморезах. Вот. Так что трудностей не должно возникнуть. Вот. Здесь, скорее всего, вот это надо чуть в сторонку сдвинуть. А вообще нет, все на саморезах. Какая прелесть. Не то, что всякие Камри, Audi Q3, Q5, Q7, где заморочек. Да хрена, а толку ни хрена. Все то же самое и все так же. Ладно, в общем, вот это разбирается. Крепление все на саморезах, ручки, скорее всего, тоже. Вот, поэтому... В принципе, не предвидится проблем. Машина дамская, поэтому тут всего полно. Значит, как снимаются вот эти штуки? Вот эти штуки у нас, я не умного ничего не нашел, просто вырывать здесь. Вот такие якоречки получаются. Вот здесь на саморезах. Вот эта вещь как снимается, вот так. Вот здесь вот она, ответочка. Она вот так одевается и защелкивается. Вот таким образом. То есть вот она ручка. Вот она ручка. Мы берем вот так вот и защелкиваем вперед. Точно так же она снимается, отщелкивается, выходит из вот этого зацепика. Вот он неправильно стоит. Он должен стоять вот здесь. Вот и вот так вот. И вот дрынь и защелкиваем. И почему все, он неправильно здесь... стоит? Что ты мне рассказываешь? Вот он стоит правильно. Поставь правильно. А, все, да. Правильно, вот так, что неправильно. Вот так. Правильно, что да, неправильно. Да, правильно. Наоборот он должен стоять. И еще одно хорошее дело, что вот там есть вот они такие прокладочки, чтобы все это не вываливалось. Да, вот так он правильно стоит. Довольно-таки просто защелкивается. Вот. Раз. Вот. И вперед. Класс. То же самое. Болтик и направляющая. Вот и все. В таком режиме он собирается и работает. Вот. Точно так же вот этот. Сейчас поставим как правильно. Чтобы потом нам не искать этого всего и не морочить себе голову. Вот она, ответочка, одевается. И здесь вот он сейчас где-то щелк. И все, и будет все нормально. Вот такая ручечка у нас получается. Ну, их тут у нас раз, два, три. На меня ты посмотри. И потом будем смотреть, что дальше. Тут вот отбивки, значит, что получается. Если вот эту снимать, то перед ней, чтобы ее снять, она заходит. И вот эта часть... И вот эта задняя часть заходит под центральную консоль. Поэтому, скорее всего, надо снимать вот эту нижнюю центральную консоль, потом среднюю, и потом вынимать право и лево. Ну, условно, право и лево. Вот. Ну, для этого мы сейчас снимем все-таки ручки. И сзади, вон они на потолке, три клипсы. Фонарик пока трогать не будем. Хотя, надо посмотреть, скорее всего, там что-то будет под саморез. Вот, сейчас посмотрим. Ну вот, повезло нам один раз. Вытащилась крыша. Как оказалось, через заднюю дверь. Вот, через заднюю дверь она выходит на ура, как мне тут подсказывают товарищи. Значит, что у нас получается изнутри? Вот, первым делом отстебывается вот эта штука. Вот они, такие зубы здесь красивые. И с одной стороны,
Вот, и с другой, вот они. Вот эти зубы, на них она стоит. Потом снимается вот эта часть. Откручивается вот эта красота. А, извиняюсь, откручивается вот эта красота. Вот защелочка тут вот такая у нас. Поддевается она. Снизу. Снизу, вот с этой части. Отщелкивается, все выходит. Дальше, дальше. Дальше снимается вот эта часть. Это средняя стойка наша. Здесь то же самое, зажимы вот, два штуки вверху. Нижний просто, вот, они, нижний опускается вниз. Вот сюда. Вот они у нас заходят. И немножко даже покоробилось, но не без этого. Фонарик вот придерживает крышу. И здесь вот так. То есть получается, мы эту стойку берем, отводим вот так и дергаем вниз. Вот эту отодрали. Да, и сдернули вниз, и она выходит. Этим самым мы разобрали вот эту центральную часть. Потом пошла правая и левая часть. Ну, условно, перед и зад. Вот здесь у нас то же самое, вот эти штучки металлические противные. Вот тут как опылом она крашеная. Честно говоря, непонятно, как это так. Первый раз встречаю, чтоб опыл тут был. Вот такая фигня. Что-то, честно говоря, как-то на завод не похоже. Ну ладно. И вот клипса у нас одна единственная. Вот здесь. И вот так она у нас выходит. И вот там она у нас заходит. Вот, я что это. Вот таким образом. Вот этот носик вдевается первый. Вот она под него посадочное место. То есть вот так мы его вставляем и опускаем. И потом вот так клац, 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 клац. И все у нас сходится. Вот. Убрали. Да, еще вот здесь вот фонарик у нас на двух гайгочках, болтичках. Вот. Ну как-то интересно. Это все первый раз я столкнулся с тем, чтобы вот так в опыле, в грунтовочном было это все. Ну, может, так и делают. Собственно, ну вот и все. Усилочки тут. Вот здесь усилочек один жиденький. Вот под ним как раз будут вмятины. Центральный. Вот и здесь крайние два. Вот и все, собственно. На самом деле машина интересная. Уплотнители резинки стоят не на кузове, а на самой двери. Да, тоже вот интересно. Здесь вот резинки стоят. И там резинки стоят. Вот, и резинки об резинки. Вот такая вот штука. Так что вот так вот снимается крыша. Там вон три клипсы еще, но я их показывал. Уже вот чуть не выпал.